Транспорт и ввозимый в страну товар находится на усиленном контроле. Отдел администрирования косвенных налогов при управлении государственных доходов по городу Атырау в рамках таможенного союза в целях совершенствования базы налогообложения организовал рейд. В ходе мероприятия были проверены документы на товар, который ввозится с территории Российской Федерации. При проверке документов был составлен административный протокол по пунктам 2 и 1 статьи 571 Налогового кодекса на владельцев транспорта, у которых отсутствовали документы на ввозимый товар, и на тех, у кого наименования товаров не соответствовали указанным в документах. В целях реализации налоговой базы совместно с сотрудниками полиции проводим рейдовые мероприятия. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение документов, заполняемых по форме 320 и по форме 380. В связи с этим проверяем соответствие документов. В рамках Евразийского экономического союза предприниматели обязаны уплатить налог на добавленную стоимость в размере 12% от стоимости ввозимого товара. В 2017 году были выявлены 7 предпринимателей, которые не уплатили косвенные налоги на импортируемые товары из Российской Федерации. В связи с этим были розданы информационные листовки об уплате налогов предпринимателям, занимающимся оптовой торговлей.